Но вначале важная информация для абонентов сотовой связи, то есть практически для каждого. Совсем скоро в России может быть отменен так называемый внутренний роуминг, когда абонент, выезжая за пределы своего региона, к примеру, в другой город, вынужден платить за звонки больше. Федеральная антимонопольная служба сочла такую разницу тарифов необоснованной. Стоимость услуг связи внутри страны, как заявили в ведомстве, не должна зависеть от местонахождения абонента. ФАС сегодня потребовал от мобильных операторов в течение 14 дней изменить цены. Уточняется, что речь идет пока об отмене внутрисетевого роуминга, когда человек в поездках пользуется услугами одного оператора. По национальному роумингу, когда абонент в поездках подключается к другой сети, ФАС обещает принять решение на днях.